Сегодня пришла одна из частей, которая обеспечивала полеты украинской авиации. Сразу после авиаударов по обладминистрации служившие там солдаты-срочники сложили оружие и покинули часть. Через несколько часов по ней был нанесен ракетно-бомбовый удар. То ли это была месть, то ли попытка уничтожить документацию. Но уничтожить удалось не все. Наша съемочная группа смогла побывать в этой части. И эксклюзивные кадры в репортаже Игоря Корнелюка. Сейчас всю территорию части полностью контролируют бойцы ополчения. Нас провожают в подземный бункер. Он полностью автономный, сохранившийся еще с советских времен. Последними здесь забаррикадировались 5 украинских солдат. Пока ополченцы к ним пробивались, они успели вывести из строя часть оборудования и уничтожить кое-какие документы. В качестве трофея последний зашифрованный приказ из Киева, станция радиолокационного слежения, грузовики и запас горючего. В части не оказалось тяжелого вооружения и зенитных установок, которые бы могли пригодиться в защите города от авианалетов. После того, как в результате длительных переговоров 50 военных части А-0194 перешли на сторону Луганской Народной Республики. В небе появились два МиГ-29, которые полностью ракетно-бомбовыми ударами уничтожили РЛС. Теперь в распоряжении ополченцев находится целый командный центр и много интересной документации о полетах. Возможно, среди этих документов найдется и имя пилота, совершившего налет на Луганскую администрацию. Это результат налета МИГов. Пилоты четко вывели из строя самые мощные станции и наверняка бы разбомбили остальные, но по истребителям стали стрелять из стрелкового оружия, пытаясь сбить. Прошили автоматной очередью крыло одного из самолетов, вынудив группу ретироваться. Около 9 часов вечера, когда на нашу сторону перешли военные, которые здесь охраняли и служили, произошел авианалет точного попадания в систему «Горизонт», локационная система, все выгорело, и еще во вторую «Иглу-19». Вот, и вот пострадавшая вся техника осталась здесь, жертв нету. Победить в неравном бою им удалось благодаря тому, что они прослушивали переговоры пилотов по рации. Улетая, они обещали вернуться и отомстить. Игорь Корнелюк.